Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор флакона Сандра 15 мл. Любой аромат имеет свойство выветриваться и со временем утрачивает свои ароматические свойства. Поэтому выбор тары для парфюмерных косметических продуктов – дело серьезное. Те, кто разбирается в парфюмерии, прекрасно знают, что для хранения ароматических составов необходима стеклянная тара. Это касается и духов, и туалетной воды, и ароматизированных спреев для тела, и даже эфирных масел и их смесей. Кроме этого, всегда так хочется, чтобы ароматические составы еще привлекательно выглядели. И чтобы ими удобно было пользоваться, то есть чтобы тара имела хороший распылитель, ролик для нанесения средства или дозатор капель. В нашем ассортименте представлены не просто удобные разнообразные флаконы или парфюмерии. Многие из них могут быть использованы и как подарочная тара, и как тара, обеспечивающая товарный вид парфюмом, если вы изготавливаете духи, одеколон или туалетную воду. Ассортимент пластиковых флаконов для парфюмерии таков. Прозрачные, матовые, цветные, частично окрашенные. По форме Мыло Опт предлагает такие парфюмерные флаконы. Классические, цилиндр. Ограненные, фигурные, с рельефным стеклом. Вот так выглядит флакон Сандра. Вот так он легко открывается, легко нажимается. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!